Всем приветики. Как-то вот перед покупкой Watch Dogs, вот он у меня Watch Dogs, я его уже купил. Я сомневался в покупке. Дело в том, что на странице игры в тот момент, вот здесь просто написано, что игра не поддерживает русский язык. Это видно и здесь вот, что в языках русского нету, написано, что он не поддерживается. И здесь написано, что недоступно на русском языке. И здесь написано, что не поддерживается русский язык. В общем, везде написано. А здесь вот написано, как-то оно вот само себе противоречит. Здесь везде написано, что нету. А здесь вот написано, что... То есть здесь вот не поддерживается, а здесь вот поддерживается. И вот оно пишет, версия этой игры, купленная в вашем регионе, будет только на русском языке. И тогда еще и здесь было написано Watch Dogs и в скобочках ru. То есть понятно было, что купив Watch Dogs, он будет русский. Ну, благодаря этой надписи и здесь, в то, что в скобочках ru было. Но я хотел купить комплект, потому что на тот момент комплект стоил дешевле, чем игра. Была игра со скидкой и комплект со скидкой, но комплект стоил либо столько же, либо дешевле. Естественно, я хотел взять комплект. Но меня смущало то, что здесь не было надписи в скобочках ru. Я думал, что он будет английский. И я сомневался. То есть здесь-то понятно, ru в скобочках было ru, я не сомневался, а здесь не было, я сомневался. Но я уже и полез в отзывы и начал спрашивать у людей, русская ли у них версия. Но все, почему-то все, у кого я спрашивал, покупали просто игру, а не комплект. И тогда я решился все-таки купить себе комплект. После покупки комплекта оказалось, что игра полностью русская. То есть там русское все. И диалоги, и тексты. Вот даже оно видно, что Watch Dogs комплект.ру в скобочках ru. Вот. И тогда на странице самой игры тоже была эта вот надпись в скобочках ru. А возле комплекта такой надписи не было. Это уже после покупки я увидел. И, кстати, сейчас уже там нигде нету этой надписи ru. Наверное, из-за того, что люди сомневаются, они ее и убрали, эту надпись. Вот. А так при покупке, если вдруг вы тоже хотите купить Watch Dogs полную версию и сомневаетесь, что она будет русской, из-за того, что здесь много всяких надписей о том, что она не поддерживается, то вот как бы основная надпись, которая гласит, что русский будет. И он на самом деле там есть. Там и текст русский, и менюшка русская, и субтитры русские, и диалоги русские, и озвучка русская. Там вообще все полностью русское. Так что русский язык в Watch Dogs есть. Если вы сомневаетесь, можете не сомневаться. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.